Ресурсы Вселенной безграничны, и каждый человек может жить в любви и изобилии, в счастье и спокойствии за завтрашний день. И благодарность – это великая сила, способная творить чудеса. Ключ, открывающий все двери, привлекающий в нее радость, изобилие, гармонию, счастливые события и невероятные подарки судьбы. Слушайте эти аффирмации ежедневно в течение 40 дней, и вы увидите, как ваша жизнь начинает наполняться чудесными событиями, волшебством и исполнением самых заветных желаний. И у этого волшебства есть название – благодарность. Благодарность – это невидимая нить, которая связывает меня с Творцом и наполняет мою жизнь счастьем и изобилием. Чем больше я благодарю, тем больше благ духовных и материальных я получаю. В глубине моего существа есть бесконечный источник благодарности. Я чувствую, как теплая энергия благодарности наполняет мое сердце, мое тело, мое сознание и разливается теплым потоком на все живое в этой вселенной. Моя благодарность – это ключ, который открывает мне двери к здоровью, изобилию и счастью. Я благодарю за свою драгоценную жизнь. Моя жизнь – подарок Бога. Я даю себе возможность отдыхать и восстанавливаться. Я с любовью и благодарностью забочусь о своем теле. Ведь тело – это храм души, подаренный мне Богом. Я даю себе возможность отдыхать и восстанавливаться. Я благодарю Всевышнего за свое здоровье, за то, что могу ходить и дышать. Благодарю каждую клеточку моего тела. Я здоров и счастлив. Моя благодарность – это ключ, который открывает мне двери к здоровью, изобилию и счастью. Благодарю Всевышнего за каждое событие моей жизни, потому что знаю, что все происходит для моего блага. Благодарность – это свет души, который освещает мне путь и притягивает в мою жизнь любовь и изобилие. Я занимаюсь благотворительностью и принимаю дары от других. Благодарю Всевышнего за каждый миг моей жизни. Благодарю за прошлое. Оно дало мне опыт, мудрость и силу стать лучше. Я благодарю за свое настоящее. Оно дает мне новые возможности и вдохновение. Благодарю за будущее. Оно полно света, счастья, мира и божественной любви. Я фокусирую свое внимание только на самых лучших вещах и благодарю за них Создателя. Благодарность – это новая парадигма моей жизни. Ведь силой благодарности я трансформирую свою реальность. Я благодарю Бога за те события в моей жизни, которые невозможно купить. За рассветы и закаты, которые вижу каждый день. За красоту природы, за чудеса, которые окружают меня. Я благодарю своих родителей за то, что они подарили мне самое ценное – эту жизнь. Благодарю Всевышнего за взаимную любовь. Благодарю моих близких и родных за их любовь и поддержку. Благодарю за здоровье, красоту, удачу и изобилие. Благодарю Тебя за все хорошее и прекрасное, которое уже есть в моей жизни и будет возрастать с каждым днем. Моя благодарность – это ключ, который открывает мне двери к здоровью, изобилию и счастью. Моя жизнь – подарок Бога. Я даю себе возможность отдыхать и восстанавливаться. Я с любовью и благодарностью забочусь о своем теле. Ведь тело – это храм души, подаренный мне Богом. Благодарю за все блага моей изобильной жизни, за каждый новый день. Благодарю за кров над головой и пищу, которая есть на столе. Благодарю за воду, которую могу пить. Благодарю за лучи солнца, которые дают жизнь всему мирозданию. Благодарю Создателя
за право выбора, которое у меня есть, за возможность дарить подарки тем, кто мне дорог. Благодарю Тебя, Всевышний, за чистую совесть и за то, что слышу Твои наставления. Благодарю Тебя за все хорошее и прекрасное, которое уже есть в моей жизни и будет возрастать с каждым днем. Благодарю свою жизнь за будни и праздники, которые я проживаю. Благодарю за то, что могу выполнять свое предназначение. Чем больше я благодарю, тем больше благ духовных и материальных я получаю. Благодарю Всевышнего за каждое событие моей жизни. Благодарю людей, учителей, за прекрасный урок. Благодарю Тебя, Всевышний, за чистую совесть и за то, что слышу Твои наставления. Благодарю за то, что могу выполнять свое предназначение. Благодарю за достаток и изобилие, за деньги и за любимое дело, за то, что мой доход постоянно растет. Я занимаюсь благотворительностью и принимаю дары от других. Чем больше я благодарю, тем больше благ духовных и материальных я получаю. Благодарю за шанс прожить сегодня иначе, чем вчера, и стать еще немножечко лучше. Свет моей благодарности дарит мне силу, смелость и вдохновение двигаться к моим мечтам и целям. Благодарю Тебя, Создатель, за Твою милость и безусловную любовь. Я чувствую Твою поддержку, где бы я ни находился. Я с любовью и благодарностью забочусь о своем теле, ведь тело – это храм души, подаренный мне Богом. Благодарю за изобилие моей жизни, за плодородную землю, за солнечные лучи, за ресурсы, которые Ты мне даешь. Благодарю Тебя, Всевышний, за мои таланты и способности, за вдохновение и энергию. Благодарю за достаток и изобилие, за деньги и за любимое дело, за то, что мой доход постоянно растет. Благодарю за то, что заботишься обо мне, за то, что удовлетворяешь мои потребности и помогаешь моим желаниям осуществиться. Я благодарю Бога за те события в моей жизни, которые невозможно купить, за рассветы и закаты, которые вижу каждый день, за красоту природы, за чудеса, которые окружают меня. Я благодарю своих родителей за то, что они подарили мне самое ценное – эту жизнь. Благодарю Всевышнего за взаимную любовь. Благодарю моих близких и родных за их любовь и поддержку. Благодарю за здоровье, красоту, удачу и изобилие. Благодарю за то, что могу выполнять свое предназначение. Благодарю свою жизнь за будни и праздники. Я даю себе возможность отдыхать и восстанавливаться. Я с любовью и благодарностью забочусь о своем теле. Ведь тело – это храм души, подаренный мне Богом. Я даю себе возможность отдыхать и восстанавливаться. Я благодарю Всевышнего за свое здоровье. Моя жизнь – подарок Бога. Благодарю за достаток и изобилие, за деньги и за любимое дело, за то, что мой доход постоянно растет. Благодарю Тебя за спокойствие и умиротворение, за ощущение гармонии и счастья. Благодарю Тебя за все хорошее и прекрасное, которое уже есть в моей жизни и будет возрастать с каждым днем. Благодарю за достаток и изобилие, за деньги и за любимое дело, за то, что мой доход постоянно растет. Чем больше я благодарю, тем больше благ духовных и материальных я получаю. Благодарю за шанс прожить сегодня иначе, чем вчера, и стать еще немножечко лучше. Свет моей благодарности дарит мне силу, смелость и вдохновение двигаться к моим мечтам и целям. Благодарю Тебя, Создатель, за Твою милость и безусловную любовь. Я чувствую Твою поддержку, где бы я ни находился. Я с любовью и благодарностью забочусь о своем теле, ведь тело – это храм души, подаренный мне Богом. Благодарю Тебя за все хорошее и прекрасное, которое уже есть в моей жизни и будет возрастать с каждым днем. Благодарю Тебя, Всевышний, за то, что Ты есть в моей жизни.